срет на кровати. Убери свою эту фигню. Он, блядь, насрал на кровати. Молодец, блядь. Нет, ну я счастлив в браке, очень счастлив. Сейчас моя жена поехала в Уэльс навестить свою подругу. Надеюсь, вы не в прямом? Я тебя никогда не подведу. Я хороший, надежный парень. Хороший, надежный? Ты себя вообще слышишь? Ты ж, блядь, в Китае сделал. Look at this. Going home. I know it. Пацанам, вот мой фуджик, кто знает, менты тормознули, спрашивают, есть ли оружие. Я говорю, блядь, конечно есть. И показываем в багажнике вот это. Все охуели. Это бар, короче, такой. Сюда вот рюмки ставятся. Сюда наливается, а отсюда разлив идет. Вот такой бар Максим, короче. Не подскажете, как на набережную проехать молодому человеку? Набережную проехать? Откуда он едет? Он едет с Максимки. Максим? Скажите ему сами, просто не слышу. Алло, ну вы прямо вот все время как раз Максимки проезжаете, а вообще на где? На 88-м? Ну, как где-то в город есть Ростовская трасса. Так. По третьей продольной. В Ростовскую трассу нужно ехать. Ну, он, наверное, по ней едет. Наверное. Ты просто его не слышишь. Да? Она все разговаривает, точно? Да, конечно. Это же тапок, конечно, он разговаривает.
On my side, but I don't know when. The clocks, they won't rewind. But watching you might find that when the day turns into night, the shadows, they fade. And when there's none to answer to, there's no one left to question you. Time is on my side. Ярик хуяре, блядь. Ярик, блядь. Ярик!
Ha 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 ha!